сильно. Ловушка прямо перед великаном, не беги. Кирс, ты там настроил вот это? Ну что, у нас у троих книги, что ли? Нет. Ну просто, блядь, книг больно много. Они будут без комментатора? Да. Или завтра. Через YouTube не получилось? А YouTube мне пишет, что в течение 24 я должен получить сообщение об одобрении, что я могу транслировать. Я понял. Да, они могут тебя не одобрить, если ты им не приносишь пользы. Мне тоже писали, когда я стрёмно. Не, конкретнее, если у тебя там стоит отблок и прочее, ты там типа когда смотришь YouTube и реклама у тебя пропускается, тебе могут не одобрить. Понимаю. Они же вообще хотели, типа, те аккаунты, которые не приносят им денег, удалять нахрен. Киньте друида в пати. Мишаня, перетасай рейд. Я просто сейчас смотрю, я понять не могу, почему мне на Твиче постоянно вылезает ошибка. Надо чёрт. Что? Руки в бой тухлые нужен или кто? Вся чёмка. Локи, дайте шкаф. Вот стоит шкаф. Откройте глаза. Здесь. Если все готовы, там на полную Артемию поехать. Бля? Готовы все, кроме тебя. Ну все, поехали. Мару, стыд и позор, Полина передамаживался.
все, кто ниже 9-й позиции, вагоны. Жужина даже френзик передамажил. Фу-фу-фу. Так будет 9 стаков, скажи. Восемь. Нет, казнул. 9. Зачем? Что, заблевал? Пианист? Я не догоню. Полина, что с тобой? Мне надо было два робота. Миша, я догнал, в чем проблема Твича, но не могу догнать, почему такое плохое качество. Как и гниломорт. Молодец. Потому что это встроенное, встроенный сюда хуже. Типа тут качество, как будто я в 155. Или сколько там, 144? Минимальное качество. Я включить мой стрим. Хочешь? А тут немножко другое, да. Такой вопрос. Чувак с Дизи хочет купить какие-нибудь пухи свеча. Как на это реагировать? Кровь никому. Чё там? В арт зайдёшь? Чё там? Долорес, я ничего не услышал. Я говорю, чувак хочет купить Лича пуху, ну типа Глору какую-нибудь, но он с гильдии. Кто? Халва. Халва вообще не ходит на РТ, и я бы его уже давно-давно кикнул. Я вообще не понимаю, зачем его взяли. Я тоже не знаю, кто его брал. Пулять? Это была не я. Да пуляй.
Беломорт сдох. Но есть и отличный новый... Один слот нужен на профа. Мародерку запустить. Хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. У нас же квест, да? Да. Так, все это с Рэббит-то, кажется, да? Френзик, какой поиск? Хренки, в смысле? Квест только не сдавайте, тут люди, блядь, великана бьют. Заберите с меня этого чипка. Заберите, говорит, и продолжает дамажить. Эх, танк. А ничего, это он не меня уже бьет. И бил меня, блин, не великан, а он тот маленький там бегает. Может это сходить кольцо по мне на проку еще как-то? Сколько кольцо поменять? 150 же? Да? За репутацию в ЦЛК. Кольцо. 200. 200? Ну, не критично. Сейчас подопоменяю потом. Ну, тот камень, который у тебя стоит, он исчезает. У меня там брюль. Ведьма, сжечь. Так что все ок. А ты часом ли не рыжая? Нет. Эх, тогда и была, блять, была бы рыжая точно. Сейчас скажу про цыгане, ты скажешь, понятно. Жануин, ты когда кнопки тыкаешь, на шмотку смотри. Я то ведь отдам. Ставьте шкаф. Еще один слот надо. Да. Там в усилках разница кислая. Там мародерку надо на чего. Я про другую, он ваты хотел взять. На руки в бой хилом в эрдру. Мародерка там. Карин, он же знает, что на профе делать? Знает. Еще 30. Лёх, давай. Подождите, Жануэла нету. Ему не надо. Всё. Туда, сюда. Лёш, я сейчас вернусь, я колечко поменяю, подписать хочу. Карина, стой! Мне не надо, я постой, не быстрее, что там. Ага. Припал в ЧС! Так. Это Пепа пал. Локи, как добежите, тыкните шкаф прям вот у входа в комнату. Это обычка. Я менял. Пепа, давай меняться. Поезд на погруху. Да. Он как раз с интеллектом ему зайдет. А помню, в 5 утра я багроху один раз вытащил. Это да. Она с кого падает? С мешка. Нет, если с боссов. Если с боссов, то сланы. Голду там забери с него.
А? Что? Колду возьми с него, ты ж с ним договаривал. С кем? А, с этого, с ДКшника. Давай я возьму, окей. Уже бегу, у меня в пати. Мне не с... Миша, блин. Полину еще звоните. Да, пожалуйста. Чего тебе голда вообще? Видишь, ты про него... А, его вообще поменять? Ладно. Почему комбат висит? Нет комбат. Тоже нету. Фото суманить. Просто ставь тотем от сил природы. Я на скорости. Так, чё я в танка танчу босса? Я секвест делал. Ты просто сидишь. А, просто сижу в этой, в обаме. Да. С шемом, ой, с гранью в руках. Да. Ну пьешь лучше, замедляешь слизней. Ну я знаю, шарик. Путин, мне с тебя пукан горит. Почему? Это долгая история. О, это у кого? Так, шитер, войд. Главное там кричите, когда стопать. Интересно, что не так. Тут стопать не надо, это обычка. Ход-то суманули? Дон труп. На низине орать. А, так вы скажите, а вы... Ладно, хер с ним, коника суманьте. Быстрее будет. Ой, как я помню наши вайпы в Гере. Это были чудесные времена. ГП. Делорус. Коника. Коника. Навка. Может, гречку посуманим, а не Африка? Давай гречку. Забафайте так. Я рыба. Дело. Съели. Кормленным будешь. Стоит. Все, все готовы, поехали потихоньку. Пили. Процентаж не вижу. Включите духа впереди. Зоны. Кельки ДК в четвертый палец. Вы ему не даете лужу сдохнуть. Хилься, потому что будет красный, запорит, будет пиздец. Чего сложно хилить просто ДК? Ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Нет, так
скажете, когда 40% будет? А ты квест сделал уже, Вах? Сколько у тебя там? 42%, Лёх. Сколько красного слива? 40. Красного слива, но зелёный будем переводить. Варк, ты активировал ПМ? Нет, а как, что делать надо? Ты пиздец. А, 100 энергии? Да. 100 энергии. Ну, я не знаю. Сейчас лужу быстрее допью. 20. А? Топ-то. Топ по боссу. Топ по боссу. Сейчас, все, заюзу. Все, добивайте. Все, есть карт, все, спасибо. Зеленый. Переводите, переводите. Уже допивай. Сейчас зеленого по-быстрому сливается. Что там рестор друид забыл? Интересно. Зеленого добейте, а че у босса хуярите? Ладно, зеленый. Ой, че будет весело? Не-не. Давайте там все добили, вывожу, короче. Проходим дальше. Если чё, потом сбежим, все купол дам. Забирай, короче, отводи. Полипал, диван, по пианисту. Спя. Выводи. Полипал, диван по мне. Бага, дай диван, блин. Я подниму. Все, пускай на мне, пускай на тебе 300. Обратно, вернитесь. РДД. Что вы там, бля, хилы делаете? Хан, бля. Что за хуйня, блядь? Это хан покупной. Добивайте. Виталий ругаться начал. Хули они, блядь, бегают. Уже, блядь, сколько времени контенту, они все так же продолжают. В том же духе. Тупал, конечно, да, вообще. Этот. Кислый начислишь, хули палу. И печеньку мне на ханта скинешь. Так это ж боешка. Печеньку. Это боешка. Адмирал, как праздники? Праздники? А как они должны быть? Хорошо пошли. Просто печеньку с буешкой путаюсь. Не-не-не, пояс просто кинули на ролл. Я и говорю, пояс же это буешка. А сжайное цветение продается? Фараду. Фарада покупает пианист кольцо с РПБ кому-нибудь нужно сейчас? Не знаю. Сколько она стоит? 80к. Там Редвару сначала надо. Таким печальным голосом я Фараду еще не слышу. Да я ее куплю. Я куплю у гвардов, но на следующем, когда. А гварды почем продают? Ну,
я за 6 воронок договорю. Так. Конечно, я отойду. Минутку, блин. Давай. И вообще можно тогда перекур устроить. А пулять можно? Леха, вопрос, мои там две воронки целые нахуй, или их уже куда-то эксплуатировали? У меня. Ну, тогда все нормально. А, вопрос, Леха, а за саму печеньку сколько ГП идет? 500. Карина, руки в бой, надо что-то еще здесь? Да посиди до конца, я ему все пучу. Да, Вага, начисли поле полфет. Где диван, по-моему? Да, это нет, да? А как это делается, да? Не, другой вопрос. Он вообще в Дисе? Вот-вот, кстати. Тоже интересно. Не в Дисе. Крылья не спасают в таком моменте, Лех? Что? Если на тебя крылья кидать, ты сдохнешь и сразу же встаешь. Получается, что умираешь и воскресаешь. Не, под крыльями не умирает вверх. Да, он не умирает, он сразу отхиливается. Я думал, как смерть приходит. Нет, 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 там ничего не снимает. Да, там бафы и дебафы все остаются. Че там с пуга, все остаются или нет? А, все ну, вижу. Нет смысла выкидывать мародерку на одного босса, потому что ему лана нужна будет, пускай сидит. Окей, Кирс, заходишь. Дайте контроль хоть как. Ну зачем нам много хилов? Пусть ДД идет. Дайте контроль, присты. Ага, дай хоть контроль какой-нибудь. Печально. Адмирал, ты контроль кинешь какой? Окей. Сейчас подойду. Кого только? До хера шкафистов любого, кого они там. Стоять, сука! Лёх, пока трэш бьёте, я пойду. Кирсгорн. В рейде. Он в колесе. Ого, град Фарада.
Так долго фармил. Первое кольцо на сервере. Что за кольцо? Кислый тут ашикаш. Да, это самое. Смотри. Кстати, я на этой неделе ходила в целка десятку, и у меня там получилось сделать то, что ты пыталась на той неделе с укусом. Причем бесило, конечно, было, когда в десятке у тебя два укуса спу. Это же наоборот хорошо. Ну, мы чуть не вайпались. Больше урона. Ага, от танка. От мейн танка. Танк. Кто с укусом агро не набирает? Там боешка, блядь. Идет. Я в оглушении. Там это где? Вот в этом. У меня в таргете. Не все. Рыбу поставь. Кир, ты где? Сейчас с клиента вымел. Гружусь. Он ты выбил или свой фарм, блядь, смотришь? Нет, все вырубил уже. Короче, не знаю.
Вроде настроилось все нормально, запустилось, 10 минут нормально все было. Потом мне говорят, у меня трансляция прервалась. Обновился и опять ошибка. Начертатели есть? Делорес, ты вот об этом пиши в список. Да какой список-то? В Дискорде. Список на лут. Лейд, спикни с танка, ты что смогли? Лёх, вопрос, а 25 гер когда будет? Или она уже была? Завтра. Шкаф поставьте. Шкаф поставьте, там сманить кого нет. Если ты про раздел покупка лута в общении, то она закрыта для меня. Кого мне танчить? Не покупка лута, смотри выше. У меня тоже нет ничего ниже покупки нет. Потом, если будет время, гайд запишите. Над флудилки. Наши силы едины. Кисло по команде, что-то клиент видит. Над флудилкой, аддоны, ЕПГП, правила, подачат все. У меня тоже самое. Ребят, потом обсудить. Адмирал, Кирс. Сервак? Нет. Аксанар был досадным недоразумением. Сила смерти. А, все отлагал. Позволит Валанару свершить отмщение. И прольется кровь. Насладитесь болью. Генетика сейчас упадет. Насладитесь болью. Моя чаша полна. Трепещите перед Талдорамом, смертные. Геру.
Меня слышно, Дискорд? Да. Угу. Я жду тебя, пожалуйста. Сейчас клиент обновляется. Минут 5, наверное. Бля, чё Миковат пишет на замену? Можно и плюсует, блядь. Мне клиент обновляется, у меня скрин. Думаю, что это пианино. Не было. А мы без тебя пока оно убьем. Поставьте шкаф. Френтик-то где? Телорус, дай систо. Чтобы поймать зеркало. Вага, я не ДК, если сорвешь, умрешь. Да, он коварный. Ваге надо укус дать, только сделать. Настанет смерть. Коват тут? Да. Там тебе оставайся, там, конечно. А кто квест делает? Мейн наделал. Кто квест делает? Квест делает... Вар. Не знаю. Мистерия Патрик не Фарада, да? Какой из четырех? Джоэт, вот это. Лол. Я Учи. Во второй группе. Если он напишет, как правильно его ник читается, я запомню вас. Я Уджин. Утя, говори, и все, это коротко и ясно. Утя. Юджин, ой, Юджин. Короче, кого сделает человек в трусах? Может быть, Уча, заходишь, берешь зеркало, выходишь и берешь укус. Дальше должен 3. Боль, не бурстим, будем стопать ТПС, иначе мы ее ушатаем быстрее, чем возьмет человек 3 укус. Это мне быть в танке надо или не обязательно? Тебе нужно выдержать зеркало. Танк и шмот одень просто. С гранью. Да, и грань. Может, тебе главная задача зайти вперед, получить зеркало, то есть нитку вместе с танком. Потом выйти оттуда, все, и после этого взять укус. Вага его укусит, пускай первая вага укус забирает. Двага ее в солу сейчас убьет быстрее, чем, блядь, он 3 укус, 4 укус возьмет. Все, можно. Все, погнали. А вот мы там. Это было неразумное решение. Все, я взял тут. Все, ебашь ее, блядь. Не спереди, а сзади. Не знаю, то ли этот Твич такой кривой сам по себе. Вага, не забудь Фара укусить. Такое.
Только там надо ему три укуса. Три раза раздать. Кого первого кусать? Это кто, Уча? Ну да, кого кусать? Любого, тебе лишь бы раздать. Мы ее убьем даже без укуса. Может, танк укусить? Не надо танк укусить. Хорошее продолжение. Иначе мы ее не убьем. А вдруг? Зелин же укусил мейн танк. Так а Гроу выше, вы что не знаете? Ребят, ну вы-то про него-то не говорите. Так он тоже вар. Просто это Вазелин. Лисову. Совпадение? Не думаю. Кстати, Вазелин сделал ренейм, в кого не знаем. Поэтому, если вы видите повадки Вазелина, это... Сразу говорите, да? Варов, которые не общаются в Дискорде, учите ее, да. Сколько уже укусов было? Ну, один раз укусил, у меня два стака есть. Звёздка вторая была, после неё уже будет третий укус. Четыре человека только. Надо четыре стака набрать же, правильно? Ну, Кис, зачем ты это сделал? Моя персональная цель укус. Пристал кусил. Серега покусанный. Ребят, стопаните маленько. Дар загнались. Это взлет. Я лагаю, если лаги, что, боб, немножко. Дайте там. Лучше было. Никаких бобов не хватит. Трейлер. 30 секунд, ребят, еще раз укушу. Катхильте, пожалуйста. Виджи, сколько сделал? Два укуса? Три у него стака вижу. Все, три. Что с хилом? Все, укусил. Бля, я лужу разлил, да, как кончено, сори. И что это такое? Вначале не похилили, потом бернули в лужу. Да продать у нас пять. Да вы издеваетесь, что ли, ну? Убейте их нахуй. Вага, Элбрил, Гречка, Мазафакер, какого? Добрый вечер, я диспетчер. Ну что, укусить некого было? У вас два танка без укусов. Я тоже была без укуса. Кирсгора был без укуса. У меня все рядом укушенные были. Я оказались. Был... Четыре человека в Берсона стояла. Мало того, я скажу больше. Я хоть и лагаю, но я вижу, когда по мне не прилетает хит. А еще антифир, да, вот на которых лужу кидается тоже, ребят. Зачем, да? Это же обычка. Ага. Зачем кусать хила, если у него кушанные ДД и танки? Зачем вообще кого-то кусать, если можно просто уйти в Берсуне? Берсуне убью, не уйдешь. Неконтролируемое бешенство, я имею в виду. ХМ-ки, сука, не убивают без вкуса. Есть простой способ сделать этот квест без таких проблем. Это дать укус первому вару этому. И тогда не будет второй взлетки. Можно будет бурстить. Какое там условие на квест вообще? У нас тут жадные люди просто. Кислый, кто бы говорил, на той неделе ты сорвал.
Я сорвал там, блядь. Ага, гневом, гневом. Я две дотки кинул, и два гнева, и все. И кукус на мне. Значит, человек не бил вообще, что ли? Или автоатакой? Так он, по-моему, спикнулся в танк.